Также это получается белый свет с использованием светодиодов. Существует три способа получения белого света от светодиодов. Первый заключается в смешивании цветов по технологии RGB. На одной матрице просто размещаются красные, голубые и зеленые светодиоды, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, например, линзы. В результате получается белый свет. Второй способ заключается в том, что на поверхность светодиода, излучающего высокоперфекционного диапазона, кристалки, наносятся три луминофора, излучающих соответственно голубой, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа. Ну и, наконец, третий способ, желто-зеленый или зеленый плюс красный луминофор, наносится на голубой светодиод. Так что два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свету.